Колонны. С ним взлететь на воздух. Давай, 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 давай. Да наплыви куда-нибудь. Давай. Не! Господи, как же это классно, когда... Все на дно! Когда ты, короче, пытаешься это... Ну... Выстрелить, а у тебя оружие не выбрано. Ну, потому что игра так сделана. Каждый раз, как ты в воду залезаешь, либо выныриваешь, оружие исчезает нахер. Почему так? Пиздец мне. Еле уплыл. Тогда отпустите. Можно всплыть? Да можно, блять, всплыть-то, ёб твою! Пиздец. Ну это, блядь, чушь полная. Игра говно, уровень говно, декорации говно, враги говно, называется как говно.
блядь, самое смешное, что я, блядь, всплыть не могу. Всплыви, блядь, дебил. Да ну плыви ты куда-нибудь. Это пост пиздец полный. Только на тебя одна эта херня садится, все, ты уже не можешь всплыть тупо. Плыть ты можешь, всплыть нет. Почему? Потому что это... Разраб гандон. Постараюсь не взлететь на воздух. Ну так. Еще это. Не, спасибо. Это было очень впечатляюще, доктор Джонс. Не надо слов, дорогуша. У меня есть то, что тебе нужно. А теперь скажи мне, что здесь на самом деле происходит? Почему ты и Кай не предупредили меня о нацистах? Человек, которого вы знаете как маршала Кая, не тот, за кого он себя выдает. Кай Тичан – непростой офицер армии. Он также является главой триады черных драконов, самого влиятельного преступного синдиката в Китае. Он заключил тайный союз с нацистами с целью найти сердце дракона. Как я полагаю, ты не его секретарь. Я работаю под прикрытием на китайское правительство с целью контролировать деятельность триады черных драконов. Я надеялась саботировать поиск сердца самостоятельно, но ваше вмешательство осложнило ситуацию. Как так? Как только вы обогнали фон Бека в погоне за первой частью зеркала, Кай увидел для себя возможность опередить нацистов и оставить сердце себе. Он настолько же сумасшедший, как и нацисты. Поэтому нам надо попасть в гробницу и забрать сердце до того, как туда попадет Кай или нацисты. Но почему это я должен тебе верить? Во-первых, я могла оставить вас там, с нацистами. И во-вторых... У вас нет ничего, что мне нужно. Чего, блядь? Не зависай, пожалуйста. Ой, а кто это у нас тут? Гонконг. Я так понимаю. Are you doing?
Я уже говорил, как прекрасны вы были в этом платье. Вы это уже упомянули в третий раз, доктор Джонс. Может, лучше займемся делом? Ну так где же ваш друг, контрабандист? Лухан мне несколько раз помог. Он будет здесь. И он отвезет нас в крепость Кая? Да, где мы найдем части зеркала и починг. По что? Ну, починка. Вам понадобится нечто большее, чем ваше оружие. Как только вы окажетесь внутри гробницы Чиина. Внутри есть вещи и похуже, чем нацисты. Прекрасно. Что-то не так. Подождите здесь. Вовремя, спасибо. От джентльмена на втором балконе, сэр. Наслаждайтесь представлением, доктор Джонс. Что происходит? Чего, блядь? Что-то все супер странно. Самит красавчик. Может, я хоть что-то сделаю? Очень быстро отъезжают. Не, ну это охуеть. Жесть какая-то. Ты что, блядь, сложит все время на харс, что, блядь, стоит или что?
все забрали. Это не сработает. Это не сработает. Я! Пора надрать этому задницу. О! Зелье стальной кожи? Чего? Это не сработает. Это не сработает. Я чё, Нис? Я не уверен насчет доигрывания. Сейчас 3 квест, 12 часов. Пройдем ли, да пройдем, я не знаю. Я стану богатым человеком, если мне удастся отсюда живым выбраться. Ты артефакт подворовал. Закройся. Это не сработает. Где вил рубильник? Ага, вот он. Thank you.
Полный. Че еще за? Это не сработает. Сам ты полный. Обзываешься. Это не сработает. Мир упитанный. Это не сработает. Минус уровень. Найс. Еба, привет. Да иди ты в пень, блять, хуй! Ты что, издеваешься? Это должно сравнить. Бери. Шанс. На катсцене, блин, короче, это кнопку нажимаешь какую-нибудь. Окно активно не перестает быть. Так бесит. Даже так. Быстро. Доктор Джонс, я так полагаю. Так кто же ты, черт тебя побери? Меня зовут Фухан. Я здесь с тобой встретиться с Мэй Ин. Ну, вы только что с ней разминулись. Сейчас заметил. Пожалуйста, садитесь. Надо спешить. У вас разве нет машины? Не думаю, что это работает. Посмотрите по тебе. Это должно стать шанс. Эта штука быстрее не может. Вверх, идиотизм. Ха-ха-ха.
Бухан, ты что, пытаешься от них убрать? И просто сама ситуация. Мы пытались догнать машину, машина уехала. Пришел парень на телеге. Теперь мы на телеге гонимся за машиной, а за нами едется. Гонятся, короче, чуваки на мопеде. Что, блять? Что за пиздец происходит в этой игре? Блять, Колоктулху начался. Ёкарный бабай, жми, Гухан! Нам придется пошевеливаться. Где твоя лодка? В следующем доке. Запрыгивай. Думаю, я лучше пройдусь. Это что, вся глава была? Серьезно? Окей, это была глава целая. Полагаю, лифта у них нет. Нет, но есть система гондол, которая идет через весь комплекс. Это не может быть простым. Нет, станция по найму гондол находится в самом центре нацистской базы подводных лодок. Имеет смысл. Удачи! Когда вы вернетесь, я буду здесь. Вы со мной не идете? Какой толк в том, что вы нашли Мэйин, если с острова все равно не удерет? Правильно. Ничего не понял. С
Станция Гондол находится на станции подлодок нацистских. Это, блядь, шушило пиздец. Почему это звучит так суперсложно? Вот он, родненький мой. С Кракеном помог мне драться. Так. Блин, тут что, акулы? Где эта акула-то? Дохни. Да чего? Я ж тебя, блядь, убил! Мать твою! Ты можешь... Да верни, блядь, меня игру, сука, бесишь. Где мышка? Ну, верни меня в игру-то, пожалуйста, блядь, алло! Ну чё не так-то? Ты чё, блядь, издеваешься надо мной? Ну? Чё за пиздос? Да на какую, блядь, кнопку-то, ёб твою? Как это работает? Нет, серьезно. Я теперь из меню не могу выйти. Enter не работает, Escape не работает. Чё, блядь, за хуйня? Даже меню не работает. Чё за прикол? Игра зависла, всё. Внезапно. Окей, у меня кончились патроны. И, конечно же, ножа у меня нет, да? Никакого. А взрывчатки у меня нет. Это, наверное, наверх нужно.
Хотя нет. Во. Убить-то еще. Ну вот одну же, блядь, взял. За чё ты не две-то, не... Блядь. Сука, еблуша. Возьми, пожалуйста. Ты... ты взял, нет? Почему ты нихера не берешь. Блять, ну вот вообще не в тему, слышь, акула. Даже у меня даже фляжки нету, серьезно? А где же моя фляжка-то? А, они вот есть. Серьезно? Весело. Я порой тебя слушаю, Кириллус, и не понимаю, что тебе, блядь, вообще для жизни нужно.
Чё, блядь, каждые 2 секунды был разнообразный экшен? В игре 2003 года, 2002. Ой, блядь, зачем мне сделал это? Блядь, ты заебал. Конечно, охуенно. Весело.